Всем привет! Сегодня 16 мая, и на наши сервера пришло очередное обновление. В принципе, так как я вчера снимал анонс и обещал сегодня сниму полностью обзор обновления, анонс остается анонсом, так как это обновление не добавили, а добавили нам немножко другое. Ну, в принципе, не менее плохое обновление. То есть все же добавили обычных боссов, добавили 4 боссов. Бонусы этих боссов, они 240 уровня, и нужен мастерский, ну, уровень мастера, вот этот, вот сейчас покажу, вот персонажи, вот, есть навыки, и вот мастер, да, вот уровень мастера 1246, нужен уровень мастера 480, для того, чтобы пускало на вот этого вот дракона. То есть 240 уровень, уровень мастера 480, и вас пустит на вот этих вот новых 4 драконов. Какой от них бонус? Это то, что у них в дропе есть снаряжение дракона красное 1 и также красное 2. Да, вот красное 1, красное 1. А, везде пишет красное 1, но в принципе, когда вы заходите вот, вот так вот посмотреть. О, ага, вот сейчас красное 1. Сейчас смотрим здесь. Уже красное... А, нет, я не то смотрел, да? Красное 2, снаряжение. А, нет, вот красное 1 только, да? Но у каждого босса отдельно, да? У одного босса седло, у одного сокровище, у второго корона. Ну, в принципе, даже красное 1... Вот, красное 1 снаряжение можно получить уже на драконах. То есть это хорошо, почему? Потому что у нас не успели его ввести за донат. Так как так на Китае было, я много видел, там были именно донатные части, да. Вот, то есть уже красное снаряжение дракона будет доступным. В принципе, раньше было золотое второе у нас максимально. Так что вот так. А, еще большой бонус этих драконов, то, что на них именно снаряжение падает каждый час. То есть, если здесь вы должны попадать в определенные часы для того, чтобы поймать дракона, если он будет, этот дракон, то здесь он уже изначально 100% будет, дракон этот. То есть, он сразу будет, и будут дроп именно вот этих вот снаряжения дракона. Красное, я так понимаю, желтое 2, ну и всех остальных. Вот, обновлений с трансформой и с новым дополнительным боссом нет, к сожалению. Ну, в принципе, я думаю, что скоро и нам добавят, так как уже на Китае более недели оно стоит, это обновление. В принципе, все. Если кто-то что-то заметил еще, пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.